Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». В 2022 году будет уже 4 года с момента смерти Олега Табакова. Супруга легендарного актера и режиссера, 56-летняя российская актриса Марина Зудина, в недавнем интервью призналась, что тяжело переживала смерть мужа. После ухода знаменитого супруга Зудиной пришлось заново учиться жить одной. Со слов актрисы, на сегодня она начинает постепенно возвращаться к той жизни, в которой она жила до встречи с Табаковым. Актриса продолжает строить карьеру в театре, сниматься в кино, а также участвовать в различных телешоу. Не так давно Зудина решила попробовать себя в новом амплуа и пришла в проект «Танцы со звездами». А вскоре как телезрители, так и коллеги по съемочной площадке стали поговаривать, что, кажется, Марина Зудина закрутила роман со своим партнером по проекту, 43-летним хореографом Максимом Петровым. По крайней мере, многие заметили, что с самого начала проекта между вдовой Олега Табакова и Петровым, что называется, проскочила искра. А так это или нет, только покажет время. По правде сказать, о личной жизни Зудиной до проекта ходило много слухов, но они не находили свое подтверждение. По словам артистки, на данный момент времени у нее нет желания связать себя с кем-то узами брака, но она не исключает возможности снова выйти замуж. Вдова Олега Табакова не ищет сейчас отношений, но в то же время не зарекается от возможной любви. Напомню, долгие годы Зудина жила в любви с Олегом Табаковым, что помогло состояться ей во многих областях, начиная с карьеры и заканчивая материнством. Их роман начался еще в 80-е годы, в то время, когда Олег Павлович был еще женат. Несмотря на любовные отношения тогда с еще начинающей актрисой Мариной Зудиной, он около 10 лет не решался уйти из семьи. Причем тогда пару не смущала разница в возрасте, которая составляла 30 лет. Они поженились в марте 1995 года, а уже в августе того же года на свет появился их сын Павел. В 2006 году у супругов родилась дочь Мария. На момент ее появления на свет режиссеру был 71 год. Но, к сожалению, в 2018 году легендарного артиста не стало. А Марина Вячеславовна уже почти как 2 года бабушка. В 2020 году сын Павел подарил ей внучку Мию. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!